тех именах, в которых встречается гласная буква «а», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Букве «а» свойственна сила и лидерство для этого имени. Звук «а» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «и», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Мягкий знак означает мягкость и даже некоторую бесхарактерность натуры, повышенную ранимость, но в то же время добронравие и альтруизм. Как Солнце является центром нашей Солнечной системы, так и эти люди всегда оказываются в центре внимания. Ярко выраженная индивидуальность не позволяет им оставаться в тени событий. Когда владелец этого имени раздражен, то проявляет властность и капризность. Прекрасные друзья, они, как правило, пользуются заслуженным авторитетом у окружающих. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Блеск, искрометность – вот впечатление, которое оставляет после себя обладатель этого имени. Легкость натуры, умение сглаживать острые углы отношений, опасаться стать рабом волевого партнера. Увлекаясь чем-либо, человек может поддаться на глупый риск. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Это имя носит будоражный характер. Более склонно окружать себя людьми, которые или ниже по социальному статусу, либо не обладающие явным авторитетом. Люди, в имени которых есть мягкий знак, обладают редким талантом избегать ссор и конфликтов. Часто они вообще не имеют врагов или недоброжелателей. Ре – резкий звук в этом имени. Для чувствительных людей может показаться неприятным, особенно если он произносится твердо. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.